Четыре вот эти главные руки, раз, два, потому что.
Если руки сильные, значит и спина сильная. Если спина сильная, значит и ноги должны быть сильные. То есть если ноги слабые, значит что? Вот как у меня, например, идет больше, чем надо. Если мышцы такие средние, что у меня будет болеть? Колени. Если у меня руки слабые, что у меня будет болеть? Шея. Хорошо, вы покачались, у вас сильные мышцы. У сильных мышц одна плохая вещь, то есть одна плохая вещь. Когда они сильные, большие, они такие ух, правильно? А что между мышц проходит? Между мышц проходят сосуды кровеносные, которые поставляют из сердца, они поставляют мышцы кислород, когда мышцы работают хорошо. А когда возвращается кровь, она возвращается, уже в сердце, чтобы в легкие, чтобы обогатиться кровью и пойти дальше. А ты представь, что вот мышца одна и вторая, вот здесь идет сосуд, он раз вот так вот, ты отзвонишь напряженный, они раз и пережали сосуд. Сердце, кровь плохо идет, и туда и сюда. Значит, сердце перенапрягается, быстро устает. Почему? Потому что мышцы очень сильно напряжены и не дают кровотоку хорошо. Вон-то кровь идет, но плохо идет. У кого большие мышцы, у того есть давление. Нет, не то, что большие мышцы. Сильные большие мышцы, вот культуристы, они не бегают кроссы. У них давление внутричерепное, у них голова часто болит. Поэтому, если пенсионер потренировался и что сделал? Он покачался. Он должен еще поработать над гибкостью суставов. Гибкость сустава, она растягивает мышцы. Ты покачался, ты потом должен поработать над гибкостью. Раз, или ты должен подбежать, просить немножко расслабиться, или поплавать, или попариться. Растягиваются мышцы, улучшается кровообращение, нагрузка на сердце меньше, и ты себя комфортнее дома чувствуешь, ты быстрее восстанавливаешься. То есть, если ты покачался и не сделал упражнения на гибкость, то ты восстанавливаешься не завтра, а восстанавливаешься послезавтра. Почему? Нету кровотока хорошего. А пенсионерам обязательно нужно. Почему? Вот я, например, меня как спать иногда здесь с утра, как я мог вот пару раз, 3 часа лежал, мог двинуться. Когда задняя поверхность, ладно, вот я поиграл много в теннис или вот в регби поиграл, и так как я очень мало двигаюсь, у меня потом судороги. Почему? Потому что мне мышцы не привыкли к этой нагрузке. Что я должен был сделать? После того, как побегал, я должен был растянуть. Ложась спать, я должен махи поделать, наклониться. Утром тоже растягиваться. Да, нет судорог. Тогда кровь лучше идет, тогда я себя лучше чувствую. То есть, если я утром не хожу в кросс, просто не хожу, то потом я чувствую нормально, но быстро устаю. А если я начинаю утром ходить, я чувствую себя целый день хорошо. У вас должно быть сердце. Сердце должно быть сильное. Потому что и мышцы сильные не были. Тем более, вот, например, ты. Вот он болел. Конечно, плохо сердце. Ему сейчас надо больше ходить. То есть, если он начнет бороться, он быстро будет уставать. Быстро будет уставать, значит, если он с тобой будет бороться, он может получить травму. То есть, уставший человек может получить. Я уже переболел, знаю. А он уже 4-й раз болеет. То брат, то он, то еще, то в этот. И получается, дома сидит, мало выходит, ни черта не делает, не учится, и ложится поздно, потому что сидит в интернете. Правильно? Ну, поздно встает, дороги не учит, и черти что получается. Приятно сидеть дома, нет? Да? Ну, первое время, неделю, да, а потом уже скучно. Вот ты что делаешь? Вот неделю прошла, что ты... Ну, что делать дома? Мама ходит, папа ходит, они уже все надоели, брат, сестра надоели. Вот я все время прихожу, играю в нарды, все время играю в теннис в субботу, в воскресенье. Вон, видите, стол поставил, там стол. Я сижу, готовлю. Сегодня пошел шарики, 20 штук купил. Буду сам тренироваться, с ребятами тренироваться. Жить надо. Плюс я выставляю видео, я выставляю фотографии. То есть все много. У меня
35 тысяч, наверное, еще 20 не отредактировано, не выставлено. То есть я этим занимаюсь, у меня все время что-то есть. Вот жена у меня пахает, конечно, но вот сейчас вот как бы нет дачи. Вот она вечером ляжет и смотрит телевизор, ну что, всякие программы женские. Я вообще не смотрю, нет, я смотрю телевизор, новости, все, почему, надо знать, когда гречку закупить, когда ничего не закупать, что будет дальше. Вот вы знаете, да, сейчас мы проедем, война. Вот, я не говорю кто и что, не буду говорить, я могу право прошу, я могу сразу сказать, например, я советский человек. Я считаю, что я не буду объяснять вам, и вы, у вас может быть другое время. Я считаю, что Владимир Владимирович сделал правильно. У вас есть родители, у них другое мнение, и вы же живете, и, наверное, даже, может, мнение у многих, которые в Советском Союзе не жили, родители, у них другое мнение. Но одно скажу, война – это плохо. Война – это плохо. Это плохо, но другого выхода нет. Все. Даже здесь не буду говорить. Значит, еще раз. Целый год вы занимаетесь спортом. Вы занимаетесь спортом. Борьбой, да? Год разделяется. Подготовительный сезон. Соревновательный сезон. Восстановительный сезон. Три, даже не сезон, а период. Три периода. Больших. Раз, два, три. Первый период. Что нужно делать? И когда соревнований нет, это чаще всего лето. Ну там большие соревнования. Европа, мир, такие вот крупные соревнования. То в это время нужно подготовить себя физически. Это мышцы и сердце. То есть кроссы бегать, качаться много, разные футбол играть. То есть как можно больше именно укрепить себя, чтобы мышцы были сильны, чтобы на ковре ты мог работать. Основной сезон, то там есть переходные, например, то есть как бы, например, ты можешь бегать надо обязательно, ходить надо, то есть лишний вес, ходить надо. Почему, чтобы колени не болели? Еще лучше плавно, плавно, правда, плавно, плавно. Ну, где-то что-то выбрать. Велосипед не приходит. Вот, ну, например, вот берешь сдану, да, дал сдану 100 евро, и говоришь, да, если я догоню, не догоню, а лет водим, и бежишь за ним, блин, наверное, побежишь, блин, отдал еще быстрее. Хорошая тренировка. Или собаку, бульдога, не на бой, чужого. И фиши, блин, или укради что-нибудь на базаре, блин. Там где-то там, возьми там барашку, укради, только можно бегать. И будешь бежать, блин. Потом скажешь, я хотел потренироваться, пожалуйста, вот вам еще 100 евро за то, что вы побегали. Дальше. Физика. Физика, физподготовка, чтобы мышцы были готовы. Все, ты физически готов. Потом начинаются тренировки на ковре. Это броски, это разучивание приемов, это учебные тренировочные схватки в партере, в стойке. То есть если ты новичок, ты учишь прием, 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 прием. Если ты уже потренировался 3-4 года, ты должен соревноваться, какие-то приемы, ты должен учить приемы новые, но у тебя какой-то есть, который у тебя пробег, например. Коробка. Да. Вот Андрюха, какая твоя коробка? Видите, он задумался, он не знает. Вот я, например, не знаю, столько лет занимается, я не знаю, что это. Какая у него коробка? Я не знаю. Вот когда я такой же был, как ты, но когда я немножко вырос, подрос, уже кандидат мастера стал, кандидат мастера, еще не такой был умный, как бы, и начал учиться в институте, вот тогда мне стало много знаний, и я понял, что мне надо делать, например. Я делал свой прием, вот, мы с чуваком, он говорит, Серега, готовимся к республике, готовимся. Что значит, у нас было готовиться? Разминка со всеми. Потом мы просили тренера, ходили в сторону. Я делал 50 бросков. 30 секунд, минута отдыха. Потом он 50 бросков. Да. То есть за тренировку мы делим 200 бросков. Какие я броски делал?
Я бросок делал подхват, бросок, подсечку, мельница, заднюю подножку, не такую, как ты, то есть и заднюю подножку. То есть вот это мой арсенал был. То есть ты стоишь, ноги широко наклонился, я тебя подхватываю. Если я пока хочу подхват, а ты, чтобы ногу убираешь, значит, подсечку, зацеп. И если ты эту ногу убираешь так, я тебе подхват. Если ты ее дальше убираешь, она заднюю подножку. И вот я три, как мне тренер сказал, я вот три вот этих приема. После того, как я получил травму колена, я застал уже делать, например, сами, потому что не сели на колени. Поэтому я стал придумывать и придумал себе вонючку. Мельницу вонючку. То есть у нас можно было раньше брать зад. Поэтому я что делал? Я поднимал руки, он брал меня за пояс. Но это полгода я тренировал. И так бросок, и так, и так, и так. Ничего не получалось. Один раз нашел. Значит, что получилось? Вот я нашел бросок, я сразу сидел дома, думал, как, что, где. Не было видео, как. Я что старался делать? Вот и все. Я старался поднять руки, чтобы он взял за пояс. Он брал за пояс и чуть-чуть отходил назад, показывал, что я его боюсь. Я его не боялся, но я это показывал. Он к себе, то есть уже кулак не мог решать, рука уже напряжена. Отсюда и бросок. Но голова не под мышку шла, а шея у меня уже укрепил шею, живот пим. И дальше что? Бросок, он падает на попу, у нас раньше оценки была, вот, например, и пол, вазари 7 очков, потом было юка 5 очков и кока 3 очка. То есть мне нужно было его заварить, то есть на юка, кока, и потом я держал. Я с тяжами боролся, в партере они меня боялись. Сейчас, значит, нашел, и здесь я уже готовил, то есть приседания с весом делал, бицепс начал качать. Хотя нужно было канат делать, перекладина, но я не тянешь. Но вот тот год мы с этим парнем, который сказал, Сережа, я хочу стать мастером спорта. Вот завод стал кандидатом. Ну, потому что взрослый был, все, мы пахали. А с тем мы делали по 200-250 бросков за тренировку. То есть 50-50. Он через спину с колен делал, мельницу делал, там еще что-то делал. Все. И пока делали все по 30 раз, по 20, мы делали по 250. Сделали, потом мы боролись с партерами вместе со всеми, потом мы боролись с сотней вместе со всеми. Потом все уходили, мы еще качались. Хотя это нужно было делать чуть раньше. Вот. Потом у меня другой появился, мой друг. Мы летом так накачались, что я вот, когда в сентябре начали бороться, у меня никогда столько силы не было. Я дохлый был как-то сопли. Я вот так брал и переставлял участие. Но это не борьба, не интересно. Я стал читать литературу. Я же закончил институт, но не стал сдавать физического воспитания. То есть я экзамены, один экзамен, не дал госэкзамен, и я должен был пересдавать на следующий год. Я готовился, стал читать. У борца есть такое слово, вот ты борешься, ты сильный. Но это называется медленная сила. Медленно. А у борца должна быть. И все, быстро, как молния. То есть скорость и силовые качества. Как качается скорость и силовые качества? Значит, берется максимальный вес, вот как штангисты. Они с максимальным весом работают. Но они большие. А у меня, например, вот я больше 80 не могу поднять. Значит, я беру 75-70 и делаю например, 75 и делаю один раз. 80-70, я, например, делаю два раза. Но не больше двух, трех, один, два, три, не больше трех раз. Дальше. Подсчитываю. 10% от 80. Это просто 15-10 килограмм. Значит, я беру, как он называется, гриф и делаю так. Сколько раз надо сделать? 5. Если ты делаешь больше, это уже силовая выносливость. Другой. А если ты делаешь очень много, с маленьким. Это скоростная выносливость. А здесь нужно взрыв и сила. Ходишь, в лес он лежит. Все. И вот тогда я начал хорошо бороться. То есть у меня ушла медленная сила. Я стал работать
на скорость. То есть я как сопля,